Санкции санкциями, а в американских Боингах используется российский титан. В каждом втором смартфоне в мире искусственные сапфиры из России. А нижегородское мороженое считается в Китае деликатесом. Очень понравился русский мороженое. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров в России по объему несырьевого экспорта. Наши предприятия поставляют за рубеж трубы большого диаметра, автомобили, химическую продукцию и даже IT-технологии. В результате по итогам прошлого года 2,2% всего экспорта из России пришлось именно на продукцию, произведенную в Нижегородской области. Экспортный потенциал огромен, правда. Сейчас Нижегородская область занимает 15 место по несырьевому нефтяному экспорту среди всех регионов Российской Федерации. Что хорошо в Нижегородской области, это то, что достаточно диверсифицированный экспорт. Здесь есть и автопром, и химия, и нефтянка, и сельское хозяйство. Нижегородская область заняла, точнее, центр поддержки экспорта занял 7-е место, что очень неплохо, так как там среди больше 50 центров поддержки экспорта, которые существуют на данный момент. Плюсы и минусы работы предприятий-экспортеров Глеб Никитин обсуждает непосредственно с промышленниками. По мнению главы региона, для того, чтобы предприятия смелее выходили на международные рынки, им нужна дополнительная помощь государства. Это компенсация затрат на перевозку продукции, на сертификацию ее за рубежом, на обучение и так далее. Глеб Сергеевич Никитин в конце прошлого года поставил перед нами задачу максимально использовать ресурсы российского экспортного центра для поддержки наших предприятий. Средства, которые выделены бюджетом Российской Федерации, позволяют предприятиям компенсировать затраты по участию в выставкам, по сертификациям, привлекать доступные кредиты. Нижегородским предприятиям выход на новые экспортные рынки сулит повышенные доходы, а значит и возможность увеличивать зарплаты своих сотрудников. Опыт уже действующих региональных экспортеров это подтверждает. Работаю 7 лет на этом предприятии. Здесь каждый год что-то меняется, модернизируется. Работать стало намного удобнее, легче. И качество мороженого тоже возрастает. Зарплата повышается. По данным федеральных таможенников, только за январь-ноябрь 2017 года экспорт Нижегородской области составил без малого 3,5 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в 1,5 раза. Нашими торговыми партнерами стали 125 стран. В топе – Белоруссия, Финляндия, Нидерланды, Украина, Казахстан, Турция, Китай, Германия, Индия и США.